Накануне Нового года в Доме правительства губернатор провел встречу с руководством законодательного собрания 6-го созыва, где подвел итоги работы. Ульяновская область – заметный регион в масштабах Российской Федерации. Ульяновская область очень много сделала для того, чтобы наша страна в 2018 году прожила достаточно достойный год. Ну и наши предприятия, и наши организации, и жители Ульяновской области – конечно, зарекомендовали себя с высочайшей степени ответственностью. Сергей Морозов отметил, что в 2018 году после выборов в представительные органы власти депутатский корпус региона обновился на 70%. Поэтому очень важно всем без промедления включаться в работу и находиться на одной волне как с населением, так и с другими ветвями власти. Главу региона поддержал председатель законодательного собрания Валерий Малышев. Для многих молодых и по опыту, и по возрасту депутатов не до конца оказались понятны принципы депутатской работы. Новички не знают, каким образом должны формироваться депутатские поправки, как оформляются наказы избирателей. Думаю, аналогичная ситуация и в районах. Для исправления ситуации спикер парламента предложил провести ликбез для депутатского корпуса области. А помочь в этом сегодня должна базовая кафедра Ульяновского госуниверситета, основа российского парламентаризма, действующая в законодательном собрании с 2017 года. Сегодня было сказано про обучение. Я полностью это поддерживаю, потому что нам надо учиться именно как правильно выполнять свои функции депутата и выполнять наказы избирателей, и вообще в плане нормотворчества. То есть обучение нужно на всех уровнях. Глава региона обозначил актуальные стратегические задачи на предстоящий период и подписал план законотворческой деятельности в Ульяновской области в 2019 году. В завершении встречи Сергей Морозов еще раз поблагодарил всех депутатов и глав муниципальных сельских районов за проделанную работу, выступив в качестве Деда Мороза и раздав всем сладкие новогодние подарки.